И, ребят, всем привет! Вы на канале Михайлов Гейм, также как Маликс Продакшн, а.к.а. Михайлов Продакшн. Что сегодня мы будем делать? Сегодня я хочу вам рассказать, как добавлять VST-плагины в FL Studio 12. К сожалению, да, у меня 12, у меня не 10, не 11, ну, там, в принципе, не шибко что-то отличается. И VST-плагин мы будем добавлять, допустим, как Nexus. У меня, в принципе, все добавлено, я просто вам пошагово расскажу, как и что делать. Вы, допустим, набираете вот в поисковике, да, в Яндексе, скачать Nexus. Скачать Nexus 2.2 торрент. Сейчас, ребята, точно проверю, какой это сайт. И главное, чтобы у вас Nexus весил больше 10 ГБ. Ну, там обычно 14 вроде весит. Вот, да, вот этот первый сайт, короче, клацаете, нажимаете скачать Nexus 2 торрент, вам открывается торрент, и вы начинаете его скачивать. Все, после того, как вы скачали, где она у вас там хранится, ну, у меня она хранится в загрузках, вот. У вас будет такой файл Nexus Content, и сам установщик. Нажимаете установщик. После того, как вы нажали на установщик, сейчас я вам покажу, я устанавливать не буду. Вот, у вас такая будет программа. Вы нажимаете далее, 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 и у вас сохраняется DLL файл. Только назначайте папку в ту, которую вы его потом найдете, сам DLL. После того, как вы установили этот файл, вот у меня лично уже все, так, программ файлс, у меня все FL Studio 12. Вот я нажимаю FL Studio 12, я его сразу устанавливаю плагин VST. То есть вот такой вот файлик Nexus DLL у вас должен быть в, ну, путь такой, FL Studio 12, плагинс, VST, то есть все ваши VST должны быть здесь. Вот, и Nexus DLL. Дальше вы в этот VST плагин перетаскиваете, так, заходите обратно в Nexus, где вы скачивали его. Я надеюсь, блин, понятно объясняю максимально. Хотя, наверное, кажется, нихера не понятно. Вот, у вас есть Nexus Content. Это все ваши пресеты, все ваши звуки. Вы их копируете и переносите вот сюда, вот, где у вас Nexus DL. Ну, хотя, в принципе... А, подождите, нет. Это не обязательно делать, это у меня раньше я не знал. Нет, все, вы, главное, устанавливаете и сам Nexus DL перекидываете в этот VST плагин. Nexus контент не трогайте. И после того, как вы установили Nexus, не удаляйте эту папку. Если вы удалите, там все, у вас все пресеты потеряются. Все, после того, как вы Nexus DL перекинули, заходите в Nexar. Заходите в Nexus, нажимаете. Так. Нажимаете. Где она? More plugins, ну. Вот, нажимайте ADD, вкладочка третья, More plugins. Потом, сам внизу у вас Mangin plugins. Клацаете его. И нажимаете Start Scan, вот у вас в самом верху. У вас копирование идет, нажимаете самый низ, и у вас будет выделено желтым цветом, что у вас Nexus добавлен. Все, вы закрываете, заходите в паттерн, правой кнопкой мыши, Insert, и ищите ваш Nexus, где он у вас установлен. Клацаете, и все, и он у вас есть. Также, если хотите, можете также к нему скачивать обязательно пресеты. Просто набираете пресеты, скачать пресеты на Nexus. Только смотрите обязательно, устанавливайте антивирус, чтобы у вас был. Потому что в интернете очень куча вирусов, очень куча всякой херни. Будьте осторожны, будьте внимательны. Так что именно, чтобы у вас скачивание было с торрента желательно, а не через левую всякую херню, там, которую предлагают депозиты и тому подобное. Так, теперь дальше что? Дальше мне попросили сделать минус чисто из Nexus, то есть
человек, я не помню, по-моему, Андрей просил или Сергей. Я извиняюсь, братан, не помню, честно. Меня просили, он мне сказал, мол, то, что ему сказали, то, что на Nexus, если делать только минусы на Nexus, они звучат некачественно, и сделать минус нереально. То есть он будет вообще полным говном. Итак, я могу сказать то, что нет, ребят, из чистого Nexus можно сделать реально крутой минус. Итак, нам понадобится 3 Nexus. Раз, два, три. Ну, второй и третий я добавлю потом. Заходим. Точнее, заходим в сам Nexus. Вот. И у нас куча пресетов. Я к нему накачал очень дохрена всяких разных пресетов, даже которых я еще не изучил сам. Ребят, извиняюсь за дикцию речи, за голос. Я немножко заболел. У меня горло дико болит, так что простите сразу, заранее. Так, вернемся. Итак, что же мы будем делать? Я не знаю, какой минус получится. Скач, лирика. Давайте просто, что получится, то получится. Темп ставим на... Давайте 85. Более такой спокойный. И давайте теперь долгую процедуру. Ищем нам подходящий звук. Так, давайте-ка я, наверное, начну. Так. Сколько же куча всего. Трапы, пианино, блин. Чё только нету. Ну, конечно, половина из них это полное говно, которое я бы никогда не использовал. Вот реально. Ну. Что у нас здесь? Ой-ой-ой, какой громкий звук-то. Давайте-ка сразу добавим на 7-й канал и в эквалайзере сделаем потише звук. Потом, наверное, в моно сразу перекинем. Я... Ну, посмотрим еще. А, и кстати, ребят, насчет VST-плагинов, почти все добавляются идентично. Главное, добавляйте вот этот DLL файл, чтобы он во всех остальных был VST-плагинов. В сам VST, в папку с FL Studio, куда, где вы устанавливали. И все. А некоторые бывают, конечно, нет, там по-другому устанавливаются, но там они не должны всегда давать инструкцию. Так что, если у вас какие-то вопросы будут, в общем, вы, если что-то не можете установить, какой-то VST-плагин, вы пишите мне ВК в личку, и я с вами пообщаюсь, то есть мы разберемся в этой вашей данной проблеме. Что можно с этим сделать? Итак, возвращаемся обратно в Nexus. Надо что-то необычное такое. Ребят, чтобы если что это не слышать, можете сразу вперед перематывать, чтобы вам не раздражали вот эти звуки всякие разные. Так что, если хотите, можете сразу перематывать вперед.
знакомый звук, кстати, очень знакомый. Блин, забыл, как трек называется, что-то там. Что-то такое, да, вот, если реально сам звук знакомый, пиши об этом в комментах. Как же он звучит-то? Ну, тут сами аккорды подобраны, конечно, это неправильный звук идет. А так, блять, вот если бы звучал правильно, можно было бы из него кое-что сделать. Какая-то военная тема. Куча реверба, это... Интересный такой звук. Ну-ка, подождите-ка. Допустим, это. А дальше нам кое-что еще нужно. Дальше. Слушай, заманчиво, тут немножко можно сделать. Тоже по-любому в моно будет. Нет, звук не тот.
Блин, одно говно. Давайте-ка здесь посмотрим. Так, дальше нам нужен бас. Я думаю, 808 добавим. Давайте такое. Химичим. Делаем. Так, так, так. Так, узнаем, что у нас здесь стоит. Регион пачец. G-решетка 2 аккорд. Так, делаем. Ищем G-решетка 2. Вот он. Окей, аккордик нашли. Моно здесь. Так. Ну, бас тут строим обычный, легкий, то есть. Так, дальше мы второй паттерн добавляем, и теперь мы будем делать битло. Бит, 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 битло, бит, 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 битло. Так, зайдем в хип-хоп. Понятно. Такой хай-хэт, ой, хэт. Здесь вот так вот делаем. Так, дальше что? Дальше нам снейр надо.
Так, и кик. Кик без фанатизма. Обычный. Так, сразу мы кик в канал моно запихиваем. Так, где у нас кик? У нас здесь моно. Давайте так. Итак. Тут так. Делаем их, конечно же, потише. Тут, наверное, немножко по-другому сделаем. Тут давай вот так вот. Давайте теперь посмотрим, как это звучит все вместе. Основа готова. Немножко подшаманили, так, допустим, сделали красиво, чтобы было. Потом камбус добавить, конечно же, его сделать потише и пихнуть его на 23 канал, допустим, и запихнуть в моно, еще здесь сделать чуть потише. Да, и на начало что-нибудь запилить, допустим. Не, не звучит как-то копия. Паттерн третий. Потом для разнообразия можно в мастер-канал добавить какие-нибудь эффекты. А, обязательно Fruity Limiter добавляем в мастер-канал. И... Ля-ля-ля-ля-ля. Так.
Потом обязательно можно кросс-битик воткнуть. Great Automation Clip. Так. Так. Блин. Так. Разобрались, слава богу. Ну и вот так это будет звучать. То есть простой минусок. Обычный простой минус для грайма вам там, для тренировок, для качева, ну то есть вообще вам минус пойдет. И из Nexus, вот я опять же повторяюсь, можно сделать любой минус, которого вам надо. Лирика, кач, хип-хоп, трап, клуб, блин, все. На первое время вам будет достаточно просто Nexus, нормального Nexus, хорошего, с кучей всякими разными пресетами. И все, и минуса у вас полетят в горы. Плюс уметь надо, да, пользоваться эквалайзером. Насчет эквалайзера я вам потом расскажу. Эквалайзер — это ваше все. То есть у вас будут и треки круче благодаря нему звучать. И то есть раньше я вам вообще не пользовался. И поэтому я услышу свои старые песни. Они какие-то кривые и более такие скучные. И очень перемешанные. Так что, ребят, вот такой вот немного чуть-чуть познавательный ролик. Так что всем спасибо, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, ваше мнение, что вы думаете по поводу этого минуса. И следующий видеоурок у меня будет, так, будет подробно, я думаю, наверное, также про VST-плагины буду что-нибудь пилить. Ну, в общем, ладно, я почитаю комментарии, что будет для вас важно, какой видеоурок запилить, такой я и сделаю. Все, ребят, всем пока, хорошего вам настроения и счастливого дня. Пока.